Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная супруга Арчена, ясновидящая, богиня из Индии. Я снимаю это видео в период, когда в мире бушует коронавирус. Арчена вернется к нам совсем скоро, а пока я расскажу вам, о чем будет наше сегодняшнее видео. Итак, российская газета, новость от 20 октября 2020 года. Я прям зачитаю по тексту. Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре. Специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем научно-исследовательского объединения РЭО имени Плеханова сделали прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России. По их данным, пик заболеваемости в нашей стране пойдет на спад в первых числах ноября. Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов, а также их соотношения, пишет РИА Новости. Также эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования. Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых ОРВИ, ожидается снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября этого года. Прекрасная новость, не правда ли? Особенно на фоне растущих сейчас ежедневно показателей COVID-19 в России. Новость о том, что совсем скоро, в ноябре, оно пойдет на убыль, она, согласитесь, не может не радовать. Меня и многих наших зрителей и подписчиков она радует вдвойне, втройне и в четверне, и как угодно, в десятерне. Потому что я обращаюсь сейчас ровно на полгода назад, в апрель 2020 года, в то самое наше очень знаменитое, я бы сказал, наше самое знаменитое видео, когда закончится коронавирус. Сейчас, спустя полгода, оглядываясь с него, прослушивая его, я просто поражаюсь. Я поражаюсь тому, насколько же точно тогда дала Арчена прогноз, когда, казалось бы, вообще ничего не было ясно, все было в каком-то тумане, никто ничего не понимал, когда что произойдет и что от этого ждать. Вы помните, тогда Арчена сказала про июль. Вот послушайте, что тогда Арчена сказала в апреле про грядущий июль. Это очень интересно. This epidemic, coronavirus, I don't see any significant decreasing from the month of April or May or June. There is no any significant of decreasing. Арчена не видит никаких знаков того, что это закончится в мае или в июне. What I see here is that they will be kind of like waves, which will be starting from the month of July, from the beginning of July. То есть это будет идти волнами, и здесь она показывает цифру 7, это важно, это цифра, указывающая 7 месяц, то есть июль. Вот так выглядит эта карта. There is a huge sign here which is showing me that from the month of July, from the beginning month of July, this wave will be decreasing, but it's a very slow process. Это будет происходить очень медленно, но именно в июле произойдет переломный момент, именно с июля эпидемия начнет в мире снижаться. And the second card which I received again significantly shows that the decrease of this crisis again is coming in the month of in the cycle Она хочет сказать о том, что эта карта здесь показывает летний период, то есть также подтверждает, что именно летом произойдут перемены к лучшему. These are all the timelines of this crisis coming down. То есть временной отрезок показывает, когда будет это снижаться. Вот так выглядит вторая карта. And it is really very interesting to see here because I have received again confirmation again.
Это очень интересно, потому что снова подтверждение. Again, I have received here seven. Опять семерка, то есть опять указывает на цифру 7, именно на 7, то есть на июль. This is again, it's showing the significant month will be starting from July. То есть значительная перемена именно в слом этого кризиса, этого коронавируса именно в июле. И ведь действительно, друзья мои, вы вспомните, именно в июле COVID-19 пошел резко на спад. Именно тогда число заболевших снизилось ниже 5000, прирост был в сутки, ниже 5000. После 11-12 там, в мае, именно в июле он снизился ниже 5. И в августе также держался на очень низкой отметке. And this is another very interesting card, what I have received, and again, they are showing me again timelines. То есть опять, и следующая карта опять пришла с числом 7. Вы представляете, то есть там масса чисел, но опять пришла именно с числом 7, то есть все четко указывает именно на июль. So this is three times confirmation. То есть трижды, представляете, трижды подтверждение. Three times very significant timeline of this crisis coming decreasing. То есть очень значительный знак того, что снижение вот этого всего будет именно в июле. Но давайте послушаем о том, что говорил Арчана дальше. So what they're showing for me is that I'm seeing very clearly that this pandemic, that this crisis, it's a very long process. Карта показывает, на ней видно вот восхождение, восхождение альпиниста, которое очень трудное и, видимо, долгое, поэтому говорит о том, что вся эта, этот процесс будет долгим еще. Так выглядит этот образ альпиниста, забравшегося на очень-очень высокую трудную гору. Сложно. And it doesn't end just in one night. И не закончится так вот в одну ночь просто. And this process, it's a long process, quite a long process, это and it takes процесс. And it takes time for it to decrease. А как четко Арчана сказала про волны, про то, что будет идти волнами, подъем, спад, подъем, спад, подъем, спад. И на какой же месяц, ключевой месяц? Арчена указала в этом видео. В видео, я подчеркиваю, из апреля. На какой ключевой месяц указала Арчена? Вот давайте послушаем внимательно. This is the card which I have received. So what it is showing for me here is that I'm seeing that in the month of November. November, то есть ноябрь. 4 и 7, это 11 дает, правильно? Да. In the month of November, our humanity will be coming very close to end of this coronavirus, but still it's not the end, but they will be coming quite closer. То есть только в ноябре ситуация более-менее действительно стабилизируется. But what I see here is also there will be so many waves in this coronavirus pandemic. Ну то есть это показывает в том числе то, что неравномерно он просто вот так вот поднимется и опустится. Нет, это будут волны, когда он будет подниматься, опускаться в разных местах мира, опять подниматься, опускаться, волнами будет происходить процесс. Вы же помните наверняка, да? Вот апрель, постарайтесь вспомнить, сколько тогда было версий, какие только цифры не назывались, но никакой ясности не было. Большинство сходилось на том, что вот-вот через несколько месяцев все это закончится, и переживать особенно не о чем. А теперь, накануне ноября, нам говорят о скором снижении этого заболевания не кто-нибудь, а специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем научно-исследовательского объединения РЭО имени Плеханова. То есть серьезные люди. Серьезные люди рассчитали, но они рассчитали это теперь. Арчена увидела это уже в апреле.
Вот та самая карта, которая символизирует, которая указывает на ноябрь 2020 года, которая указывает на то, что будет идти волнами, подъемами и спадами до этого периода эпидемия, и которая указывает, что даже в ноябре она не завершится полностью. Я тогда, честно говоря, не совсем понял Арчену. Я так подумал, что указывая на ноябрь, она имеет в виду, что в этом месяце уже снизится до того количества заболеваний, когда это будет уже, ну скажем так, на неопасном уровне для общества. Вот как я комментировал это тогда. Вот та самая карта, которая символизирует, которая указывает на ноябрь 2020 года, и которая указывает, что даже в ноябре она не завершится полностью, но будет близка к уже финалу, и это будет как бы безопасный уровень. Но сейчас я вижу, что ошибался. Именно ноябрь становится тем переломным месяцем, о котором как раз говорила Арчена, когда достигнет COVID-19 своего пика, и после этого уже действительно пойдет на спад. А вспомните тогдашние ощущения большинства людей, большинства нас. Мы же все полагали, что это ненадолго, и что серьезных экономических последствий не будет. Только сейчас правительство России признает, и Всемирный банк признает, что экономический кризис очень глубокий, что он глубже, чем какой-либо иной экономический кризис в нынешнем столетии, и даже глубже. Давайте посмотрим, что тогда в апреле говорила Арчена о том, сколько продлится экономический кризис. Это очень интересно. Всех волнует вопрос о том, сколько продлится кризис. Экономический, человеческий, политический, какой угодно. Об этом одна из карт Арчена. Арчена, о чем это? Скажи, пожалуйста. What about this? I received this card regarding the global economic crisis. And it is showing for me... Это как раз по поводу, она запросила по поводу вот этого глобального экономического кризиса. And it is showing for me from now on to the next 20 months, there are no any significant positive changes. Вот так вот. Целых 20 месяцев никаких позитивных новостей об экономике не предвидится, только кризисные. We can expect some changes only after 20 months from now. Только через 20 месяцев произойдут изменения к лучшему. Ну, чтобы так понятно было, сейчас у нас конец апреля 2020, то есть получается как раз до января, до начала 2022 продлится этот кризис. Итак, мы услышали, правда? До начала 2022 года. Кто бы тогда мог об этом подумать? А сейчас то же самое говорит Всемирный банк, то же самое говорит правительство России. Начало 2022 года – лишь медленный выход из этой экономической ямы. One more very important thing is that this is a very major energy, which means this energy cannot be changed or cannot be controlled by humans. Она говорит о том, что эта карта показывает, что эта энергия уже очень мощная, и она не может быть изменена людьми по своему желанию. То есть это то, что уже будет, это дано так. Так выглядит образ самой мощной из карт, которая не может быть отменена. 20 месяцев срок. And what I see is also this is certainly kind of like uncontrollable event. Это то, что уже не поддается контролю. So it's gonna take some time to recover. Потребуется время на оздоровление. Но есть и хорошие новости. Арчена не была бы Арченой, если бы она не дала нам всем позитивные новости. Послушайте, что она тогда говорила. This is the overall energy of this crisis. То есть это показывает ту энергию, которая стоит как бы за этим кризисом. So currently all the humanity, we are like in this ship, like where it is sailing in the ocean, and where there is no direction, everything is in chaotic, everything is like in the storm.
То есть это показывает людей, которые оказались как бы на хрупком корабле в открытом океане, в ситуации нестабильности, неспокойствия. И вот здесь я вижу, как человек пытается разглядеть что-то в подзорную трубу. Ну, то есть как все мы сейчас пытаемся увидеть, а что там дальше за горизонтом. So our humanity currently is in this uncertain, in this uncertainty. То есть наше человечество вот сейчас как бы не понимает происходящее, что это такое творится. They feel like they are left in this huge, in the huge massive ocean without no any direction. То есть выплыли в океан, не понимая, куда плыть и вообще без руля и ветрил. But what I see here is that there is a rainbow. Но на этой карте хорошо видна радуга. It signifies there are good times coming. То есть это сигнал того, что там вдали свет радуги. То есть все там налаживается. Вот, посмотрите. Это судно, отправившееся в океан. Этот капитан, высматривающий, где же там вдали берега. И радуга, которая ждет. Точность прогноза Арчены потрясает даже меня. Хотя, казалось бы, я живу рядом с ней, я привык уже, я должен был бы уже перестать удивляться. Но даже меня это продолжает удивлять. Я не могу этого объяснить, я не понимаю, как это может быть. Я вообще очень мало верю во всякие предсказания, прогнозы. Но в случае с Арченой я просто склоняю руки в намасте и говорю: это чудо какое-то. А чем лично для вас стала эта пандемия? Какие вот лично для вас она дала уроки? Что плохого она принесла в вашу жизнь? И, может быть, кому-то она принесла что-то хорошего? Поделитесь, пожалуйста, об этом в комментариях. Будет очень интересно нам подискутировать. Спасибо за ваше внимание, дорогие друзья. В завершение скажу: подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. А мы еще порадуем вас многими интересными видео. Ваш Махараджа Александр и Арчена из Индии. Намасте.